хочу я разобраться. Но пусть война, привыкли год от года, но чтоб медали стали называться от благодарного афганского народа. Уж это слишком, извините за улыбку. Мы столько раз с собой ловили пули, вместо того, чтобы признать ошибку. Вы 10 лет ребятам нашим в уши дули, вместо того, чтобы признать ошибку. Вы 10 лет ребятам нашим в уши дули. Ох, как и благодарен нам народ афганский. Не устает он от благодарений. В знак благодарности протезы и коляски за выжигание афганских поселений. В знак благодарности протезы и коляски за выжигание афганских поселений. Тела солдат в ответ Россия получала, и даже не тела, а части тела. Нас одного на 5 гробов хватало, а никому до этого нет дела. Нас одного на 5 гробов хватало, а никому до этого нет дела. Нас родина за счет казенной хороняла, за что погибли, не важна причина. А жизнь родным уж не начать сначала и не вернуть страной обманутого сына. А жизнь родным уж не начать сначала и не вернуть страной обманутого сына. Те, кто в Москве сидели, вряд ли зарыдали над памятью растерзанного взвода, когда писали списки на медали от благодарного афганского народа. Когда писали списки на медали от благодарного афганского народа. Те, кто пришли, те вас простить не преминули, не требуя ни почести, ни сана. Вы помогите тем, кого достали пули от благодарного афганского душмана. Вы помогите тем, кого достали пули от благодарного афганского душмана. Кто это выдумал, хочу я разобраться. Кому ума хватило и таланта, я б так ему задвинул в харю, братцы, от благодарного российского десанта. Я б так ему задвинул в харю, братцы, от благодарного российского десанта.